Привет подписчикам моего канала, привет всем, кто попали на этот канал и смотрят мои ролики. Тема сегодня виноградная, покажу вам свой виноградник. Сегодня у нас 20 ноября, уже близится зима через 10 дней. Виноград я только что подрезал и уже сложил, готовый он для укрытия. Значит, приколол я его вот скобами, чтобы он как бы чуть-чуть принимал то положение, в котором будет зимовать. Ну а по обрезке скажу, здесь был такой куст, очень-очень много лозы. Значит, процентов 80 я убрал. Значит, что оставил? Оставил на каждом рукаве, вот у меня идет один большой рукав, потом дальше идет разветвление на два рукава. На каждом рукаве оставил по две лозы. Одна лоза это будет плодоносящая, а вторая маленькая — это сучок замещения, на котором мы будем выращивать две лозы на следующий год. Ну, точно так же с этой стороны. Тут может быть все не стандартно, конечно. Видите, один рукав, второй только начинает расти. Вот второй. Ну, вот так вот. Это будет вот замещение, сучок. Отсюда получим две стрелки. А вот это все будет плодоносящее. Потом вот так вот осенью убирается. Все, на данный момент, значит, готово все для укрытия. Рядом другой куст. Так оно у меня есть. Один куст переходит в другой. Укрытие у меня будет шифером. Просто шиферный лист ложу наверх. Прижимаю. Там чуть-чуть где-то какое-то сено, соломы подопну вниз под него. И все, я отлично виноград перезимует. То есть виноград не боится таких вот морозов. Больше всего, конечно, он страдает, когда весной идут вот эти заморозки. А по лозе главное, чтобы она не сопрела. Все, вот такая вот ситуация сегодня на 20 ноября. Пишите внизу комментарии. Будут комментарии, будем общаться. Сегодня пока-пока и до новых встреч.